Привет, друзья! Меня зовут Сергей Куваев, и у меня для вас важная новость. В общем-то, я сделал новый канал, он называется Сергей Джапан ТВ, и на нем будут сюжеты, так называемые социальные эксперименты, пранки, какие-то, может быть, эксклюзивные совсем интервью, специфические довольно-таки. В общем-то, почему я сделал именно новый канал, а почему я не могу выкладывать подобные видео на своем основном канале? Причина в том, что эти видео, они довольно-таки трудоемкие. И я бы не хотел, чтобы они вот смешивались именно с основной массой вот этих других видео, которых уже там скоро будет около 200, там через пару месяцев. Хотелось бы их выделить все-таки вот в отдельное какое-то место, чтобы они были доступны сразу. Ну и, соответственно, формат другой, не хотелось бы мешать. В общем-то, что такое социальные эксперименты, пранки, я думаю, объяснять не нужно, многие видели наверняка, потому что сейчас это в американском, например, интернете, ютубе очень сильно популярные такие темы, популярные каналы. Ну, а, собственно, в Японии этим никто не занимается, и хотелось бы начать как раз этим заниматься, так сказать, занять нишу. Идея эта у меня была уже довольно давно, может быть, где-то год назад, но руки все никак не доходили, и вот они у меня в итоге дошли осенью, еще в сентябре. Я записал несколько тестовых видео, таких попробовал различные всякие, попробовал различные темы, вот эксперименты с обычными японцами там на улице, да, с открытой камерой и так далее. То есть, как я и сказал, видео довольно-таки трудоемкие, то есть нужен как минимум оператор на целый день, да, нужно вот именно выделить целый день, ходить, снимать, и это все довольно-таки непросто сделать, потому что хорошая реакция от людей, они довольно редки, в общем-то. Что еще хочется сказать? Хочу вас попросить как раз, чтобы вы подписывались на этот канал. Там уже есть одно видео. Держим за руки незнакомцев называется. В общем-то, видео довольно-таки короткие. Пока. Потом в дальнейшем, если когда будет больше материала, я попробую, может, их делать подлиннее. Как часто они будут выходить, пока сложно сказать. То есть, есть материал уже готовый, вот я его буду постепенно выкладывать, наверное, может, раз в неделю. Соответственно, как только я сниму новые видео, и какой будет, допустим, отклик у людей, да, у аудитории на то, что уже сейчас есть, я посмотрю. То есть, и чем больше будет отклик, тем больше будет, соответственно, у меня мотивации, чтобы снимать больше подобного. В общем-то, оставляйте свои комментарии, свои мнения по поводу увиденного. Да, может быть, можете предлагать какие-то идеи в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующих. Так, ну, что еще добавить нужно? В общем, да, ссылка на канал в описании, еще ВКонтакте тоже я размещу все это. Подписывайтесь, там репостите, если будет желание. Ну и еще в дополнение хочу, значит, всех поздравить с Рождеством Христовым. Нас уже на канале 10 тысяч почти. Тоже с этим поздравляю и вас, и себя. Что ж, будем дальше двигаться в этом направлении, улучшаться, развиваться. Вот, в общем-то... Спасибо за поддержку, спасибо за понимание, спасибо за то, что подписываетесь, за то, что лайкаете. Очень все это приятно, позитивно наблюдать. И до скорых встреч!